Китайский конгломерат Fosun International объявил о покупке 5% акций британского туроператора Thomas Cook, продолжив наращивать свое присутствие в сфере туризма в Европе после установления в январе контроля над французской компанией Club Med. Вхождение в капитал старейшего из действующих турагентств в мире обошлось Fosun в 127 миллионов евро. В будущем китайская группа намеревается удвоить свою долю в Thomas Cook. На покупку Club Med Fosun ранее потратил 939 миллионов евро и теперь планирует совместить возможности двух компаний для восстановления их деятельности в Европе и расширения на развивающихся рынках.